Так, вы собираете листья, да? А, я буду листочки. Туда, а ты будешь это... Что я буду? Ну, фотографировать. Хорошо. Давай, собирай их. Много-много. Много-много. Вы когда-то с Оксаной делали. Так немного вот так брали кучу, подбрасывали, фоткали с Владиком еще. То есть кто-то насобирал кучу, а ее разбрасывали? Нет, так нельзя. На работе когда-то. Понятно. Вот смотри, тут много листиков очень. А, иди сюда. Много-много. Давай я поставлю. Ставь. Много-много. Собирайте. Собирайте листики. Далина, мы нашли себе занятие, да? Слушай, а давай уже сфоткать, попробуем. Давайте. Я буду бросать. Виталина, я на тебя бросаю, папочка, а ты фоткай. Уже фоткаю. Так не отворачивайся. А давай я сейчас соберу вот так вот и еще брошу. Нельзя. Можно? Только ты повернись. Повернись к папе. Чтобы папу на фотографии. Ничего. Мама, ты в нее, вот так вот. Это вместо того, чтобы снегом бросать, там... Да, ну, листиками. Они, кстати, такие прикольные, чистенькие. Хорошенькие, да? Виталина. Убегает. Кто боягуз? Ага. Иди сюда, я тебя сфоткаю. Ну, давай тебя сфоткаю. Слушай, жалко, что здесь никто их не собрал в кучу. Вы бы раскидали, да? Не, нельзя, это ж... Не, мы потом бы убрали. Да? Да. Давай, Дося, давай. Слушай, а холодно, мне уже нос примерз. Дося, у тебя нос не примерз? Нет. Дося, у тебя нос не примерз? Нет. Нет? Иди сюда. Нет. Иди сюда. Нет. Иди, я тебе сейчас дам листочки, и ты сфотографируйся с листочками. С букетиком, на. Папа, фотографируй нас. Дочь, стой. Мама. Да я же тоже хочу сфоткать. А ну давай, подойдите. Дочь, давай сфоткаемся с папой. Мама, давай. Ну-ка. Давай. Она хочет, чтобы я тоже взяла букетик. И на папу. Молодцы. А, подбросить листики. Давай вверх, кидаем листики. Кидайте. Да? На счет раз, кидай. Два, три. Раз, два, три. Два, да. Еще хочешь? Давай. Она хочет еще пособирать. Да? Давай, бросай. Куда пошли? Дальше? Парк. Парк. Ну, парк. Мы пошли. Вил. На. Так, я там что-то пофоткал, я не знаю, что оно там получилось. Я посмотрю. Может, там не очень получилось. Я фоткал там. Мама, маленький. Маленький листик. Такой, ой, чуть-чуть. Класс, да? Маленький. Пошли дальше, Виталина? Да. А кто это уже высоко вылез? Все, ты же накаталась на самокате? Да. Что, папа теперь пусть едет, да? Так что, что делать с самокатом, Виталина? Папа будет ехать. Брррр, можно папе остановиться? Нельзя. Поломаю? Конечно, нет. Папа, не ты поломаю. Что? Маму. А маму можно? Не, мама тоже поломает. Ну, пошли дальше. Дусенька, классно, 50 килограмм такое? Поломает этот самокат. Листиков так много вообще. Моё! Да, моё, листьев много хорошо. Здесь классно. Не, ну не везде, заметь. Вот, вот в этом месте здесь так особенно они желтенькие. Удачно не успели собрать. Да, их, наверное, еще не собрали просто. Так, давай мне самокат. Да я возьму. Слушай, Виталина, а белочку мы встретим? А да. Здесь белочки, Виталина, есть, а я знаю. А что ты меня насидишь на окопках баранки? Насидишь. А? Зачем ты насидишь меня? Опасно, конечно. Мы пришли, чтобы ты гуляла и бегала. Дусенька, давай бегать, чтобы ты хорошо спала в обед. Нет. Нет? Пусть папа спит хорошо в обед. Да, папа у нас что, ночью не спит, работает, что в обед? Мама. Виталина, покажи, что у тебя в другой ручке? Тетя. У тебя тут елочка, да? Сосна с шишечками.
Класс. Вот, вот я. Вот, а папе вот, по голове. Так, чтобы только мне не по голове. Виталина, только аккуратно, оно колючее, чтобы папе это не кололо. Да. Маленький папа. Маленький папа. Да. Конечно. Папа. Большой. Большой папа. Ой. Выбросила, все? Выбросила. О, хорошо. Ага, теперь она снова хочет. А я уже не достану. А, нет, достану. Вот она. Вот уже Виталина. Выбросила, а потом дай. Давать? Да. На. Все, поехали. Поехали. Вот так. Слушай, я так понимаю, мы дошли до конца парка. Там уже что-то... Да. Что-то там строят или что? Забор? Ну да, там забор. Ой. Тинь-тинь. Только главное, папе не надо по голове, хорошо? Да. А то папа расстроится. Или обидится. Нет. О, опять дитячий майданчик. Так смотри, прямо. И направо пойдешь, дитячий майданчик, и налево пойдешь, дитячий майданчик. Да, ну поехали искать. Едем, Виталин? Да. Садись давай на самокат, вернее, становись. Нет. Давай. Высоко. 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 Вот уже любительница высоко у папы. Это майданчик. Ты так до дому хочешь ехать высоко? Нет. А как ты поедешь домой? На машине? Нет. А как? Вот так на папе, да? Вот так. Вот так. Вот так на папе, да. Так. Слушай, поеду. Я вот это думаю, что Владика можно было спокойно взять. Ветра нет. Хорошая погода. Да. Ой, а тут что-то палят, да, запах. Да, тут запах. Надо отсюда убегать. Ой, такой дым тут, кстати, здесь. Кстати, листья как будто. Да, как, хотя у нас запрещено листья полить. Да. Нет. И это, кстати, правильно. Зона вильна. Зона вильна, вид паления, это вживание спиртных напоев. Мама. Зона вильна, это значит свободная зона. Да. То есть здесь нельзя пить. Да, ничего делать, да. А, ну и правильно. Мама. О, смотри, Виталина, смотри, птички. Смотри, смотри, вон в домике. Кушают, в домике. Класс. Смотри, маленькая птичка там. Ой, улетела. Улетела птичка. Ты видела? Какой домик у нее красивый. Ой, прилетела, улетела. Смотрите. А там хлебушек. Да, еда. Давай. Класс. Отойдем. А вон какая красивая птичка. Смотри, Ген. Ага. Ты видишь? Вижу. Я сейчас попытаюсь камеру навести. Я могу подойти ближе, она улетит. Опа. Где-то за деревом она. Вот какая красивая. Улетела. Да. Скажи, нельзя меня снимать. Я не хочу в YouTube. Да. YouTube не хочу, да? Не тю-тю. Не тю-тю. Не тю-тю. Да. Да, вот так вот яма. О, посмотри, там вон столик. Угу. Кто-то сделал столик. Мама! А! Вот так. Вот так? Да. Какая тут красота. А птичек много. Мы ушли, и там сейчас обратно эта птичка вернулась. Ну, и пусть кушает. Ну да. Мама! Там пусть... хлебушек лежит, и она... Плачет. Плачет? Кто плачет? Маленький какая плачет. Маленький какая? Это маленькая птичка плачет. А чего она плачет? Она не плачет. Маленький. И кушать дали, у нее все хорошо. А скажи не каркар, а скажи птичка. 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 Видишь, как ты умеешь говорить? Это каркар. Ну что каркар? Нет. Маленькая птичка. Дотя, а ты листья не хочешь выбросить? Нет, она высоко. Ребята, там дядя, да? Да. Ребята, ну дядя занимается спортом. Молодец. Можешь вымыть, побежать. Да, нет, тебе нет, только нет, побежать. Нет, Виталина на шее? Не, аккуратно нет, держи. Не надо, да? Надо идти спокойно. Конечно, да. Дядя, такая. Вот, ребята, еще тоже прикольная надпись. За улюбленцем и прибрати не соромно. За любимцем и убрать не стыдно. Вот так. Как призывают, чтобы убирали за собой. Да, Дося? Скажи, это правильно. Мусорить никому нельзя. Ни людям, ни собачкам. Правда? Ну. Мы должны жить все дружно. Все должно у нас быть чисто и аккуратно. Тогда будет красиво всегда. Как говорят, чисто там, где не мусорят. Ну,
Мусор. Кстати, здесь нету мусора, чисто, аккуратненько. Вижу, не на дом. Видишь дом, да, там, кстати, не дом, а там беседки. Наверное, на прокат беседки. Мама, в лесу. Там еще. Что? Еще. Там написано еще. А, еще, ой, ну, Викторина, все надписи ходят. Вчить да. Детей гарним манерам. Доця, мы это уже читали. Викторине надписи понравились, она меня заставляет, чтобы я все надписи читала. Да, мы учим, учим, Викторин, тебя хорошим манерам, учим. Да. Очень хочется, чтобы ты была очень у нас культурной и с хорошими манерами. Вон, прикольные беседки, смотри, какие красивые. И большие, и маленькие. Маленькие. Маленькие, мангалы везде стоят. А ну, давай туда подойдем, посмотрим поближе. А мы вот туда сейчас завернем. Виталина, где ребята? Кому ты только что обращалась? Нету. Кричала, ребята, посмотрите мультики. Опасно. Опасно? Мультики ты говорила, да? Мультики. Да. Какие там мультики? Опасно. Ого, такая мишень большая. Ого. О, ничего себе. Нету? Да, давай обойдем и перейдем. Вот гриль-зона. Парк совки. Класс. Вот супер сделали гриль-зону. Культурно убирают. А зачем ты выбросила листочки? Давай. Пришли на Виталинину любимую площадку. Да. Эту? Виталина. А вот, ты, смотри. Вот помнишь, как мы вот так вот поднимались? Давай, хватайся. Я не Нина. Да, я не Нина. Давай. Вот так. Давай, ой. Так, давай, перехватывай. Ух ты. Перехватывай. Давай, еще. Давай, 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 давай. Тянись, тянись. Почти получилось. Виталин, ты видишь? Ой. Ох, как получилось хорошо. Ого. Аккуратно. Аккуратно. Ух, залей. Мы все говорим аккуратно ей. А, там ходить вот так вот, кстати, надо. Посмотри. Прикольно. Вот отсюда видно, смотри. Ух ты, а тут такие вот, как стульчики, смотри, подножечки такие, да? По ним надо идти, по ним. Вот да, так. Сиди по ним. Так, а эту ногу вот сюда. А, и здесь тоже, кстати. Пойди вот с той стороны посними, сними, прикольно. Там сделано. А, такие стульчики, и да. И стульчики, и вот здесь вот такие заворотики. Ага. Что такая там? Горка. Да. А ну давай на нее. Еще. Чего, нельзя, опасно? Давай. Нет. Ей понравилось на стульчиках ходить. Опа. Опа. Не, мама, ну куда? Хочу еще вот туда. Опа. Нет, ты уже сама ворвала. Давай. Не бойся, остановись. Не, она боится. Только остановись ровно, вот так вот ножку вот посерединке. Ставь. Давай. Есть. Чуть не упала, да. Ну давай. Тебя забрать? Ага. Давай. Не, она не хочет уже. Ну что, получилось? Слышишь, кряхтит? Ты торопишься. Вот сюда сначала ножку. Ой, что-то не получается, да? Да, ногу сюда засунула куда. Подожди, встань. Вот так. Скалолазка ты. Вот так. Аккуратно. Ой. Опа. Опа. Пошла. Девочка, съедет, потом ты. Подожди минутку. Садись. Давай. Ух минутку, ты. Подожди. Да. Тебе тоже руки? Съехала, да? Да. Ты уже в домике? Да. В домике. В домике. Папа. А. Опа. Ну как ты стараешься. Все, убежала. Вот сейчас упадешь, иди сюда. Слышишь, идет и считает. Стой, мама, сейчас тебя... Нина, папа. Давай, съезжай. Папа, Нина, папа. Тебя держать или не надо? Не убегай, не убегай. Все, убежала.
Понравились ей эти? Виу. Все, я тебя отпустил. Лежит. Кто лежит? Пошли. Будешь подниматься? Давай. Ты сама или тебе помочь? Может, ее отпускать уже можно или нет? Пускай. А ну давай сама. Нет. Видишь, она не хочет тебя отпускать. А нет. Держать. Виталинка, давай, не ты отпускай. Не упадешь. Едь. Вау! Смотри, как прикольно. Прикольно? Еще. Давай. Да. Ну давай. Все, уже отпустила тебя? Да, я сейчас вам номер телефона укажу, на котором вы сайте. 063. А, она хочет туда залезть. Ен. Давай. А, ну давай, 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 карабкайся, карабкайся, давай, давай, давай. Посмотри. Надо было вообще за веревку браться, но видишь, мы так, мы упертые. Давай, давай, залазь. Все. Не-не, на ножки, во. Залезла. Опасно? Ну давай руки. То есть тут не опасно? Так, все. Что она придумала, классно, что да? Ей опасно? Виталин. Не опасно. Виталин, еще разочек и пойдем домой. Нам нужно уже спать скоро. Нет. Нет. Понравилось, да? Я ее видела. Ой. Подожди, ой, тихо, головка. Головой можешь ударить аккуратно. Все. Так, теперь сама, точно. Да? Нет. Не давай сама. Ты же взрослая. Ничего вообще. Ты не взрослая? Опасно. Опасно? Да. Ну давай тогда руки. Сама, не Нина. Сама? Да. Ну давай сама. Молодец. Давай сама. Взрослая ты, да, уже? Ух ты. Смотри, как прикольно. Все, пошли на другую площадку.